В Казахстане внедряется новая система лечения туберкулеза БИПАЛ-М с минимальным количеством побочных эффектов. По такой схеме планируют лечить жители области Абай со следующего года. Эффективность и безопасность новой схемы лечения туберкулеза БИПАЛ-М уже подтверждена клиническими исследованиями. Она включает в себя 4 препарата для приема внутрь. При такой схеме длительность лечения может составлять всего лишь полгода. При этом эффективность не ниже, чем у стандартного лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза. Сейчас БИПАЛ-М начинают внедрять в Казахстане в пилотном режиме. Мы считаем, что уже со следующего года у нас будет введен препарат БИПАЛ-М и БИПАЛ, просто БИПАЛ. Излечение прекрасное, поэтому сейчас в пилоте у нас 3 области, это вся Европа сейчас получает этот препарат, да, у нас к нам только вот пришло, мы разрабатываем, и мы думаем, что снижение туберкулеза у нас пойдет очень-очень мощно. Врачи отмечают, что туберкулез не всегда имеет яркую симптоматику, однако это болезнь, которую очень важно выявить вовремя. Поэтому граждане ежегодно, а то и раз в полгода должны проходить флюорографию, при необходимости сдавать анализы. Сейчас в противотуберкулезном диспансере лабораторные исследования крови проводятся на лучшем оборудовании. Благодаря имеющимся анализаторам врачи могут поставить точный диагноз и подобрать курс лечения. Еще одно преимущество оборудования – короткие сроки выдачи результатов. Наша клиника, диагностическая лаборатория, полностью комплектована современным оборудованием. Наряду с китайским оборудованием у нас в основном сейчас приобретаются изделия, анализаторы европейского качества. В пользу этих анализаторов говорит то, что мы ежегодно участвуем в международной программе внешнего контроля качества. Данные сертификаты говорят о том, что они подтверждают, что мы работаем на исправных аппаратах, на которых проводятся контроли качества, они все проходят. И контроли, и калибровки. А это говорит о том, что анализы наших пациентов выходят 100% достоверными. Кроме того, сейчас семьи планируют внедрять новый метод исследования системы дыхания – УЗИ бронхов. Это один из безопасных и комфортных видов обследования, который помогает обнаружить различные патологии. Стоит отметить, что сейчас в области Абая от туберкулеза лечится 393 человека. Они находятся как на стационарном, так и на амбулаторном лечении. Ботагөз Дандыбаева, Анатолий Тернов, телеканал «Семей».